песни Высоцкого вспомнила? Нет. А, нет. К сожалению, не могу вспомнить сейчас. Но. А какие песни Высоцкого знаете? Высоцкий — это кто такой? Он уважаемый артист, наша гордость. Так что всех фильмах надо смотреть, все это самое. Жаль, что такие артисты уходят раньше времени. Ну, люблю песни Высоцкого, но не помню. Так я сразу не скажу. «Парня в гору с собой». Не помню. «Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой». «Колея» — это первая, которая вспомнится. Ой, как же называют это? «Скала... скала... на горе» — это «Скалолазка» или как моя? Или как? Забыла? «Скалолазка моя ненаглядная». О, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Вы какую-нибудь песню Высоцкого вспомните нам? Конечно, про скалолазов. «Скалолазка ты моя, альпинистка ты моя». Ну и про то, когда уходят мужчины на фронт. Ой, много знала, все забыла. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда мне плюют. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. А патефона этого нет уже, и поэтому и не слушаю. Вспоминается, во-первых, его творчество на телевидении, да, затем в театре, да, «Гамлета», как бы тоже в записи смотрели. Ну и так концерты-то смотришь, бывает, особенно как приравнивают к каким-то датам. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, умоляю вас, скачь, не лететь. Я его обожаю просто. Всегда. Еще кассеты до сих пор такие вот, которые вставляются в диты. Обязательно все. Мне Высоцкого почти все эти самые есть. Я всегда еду в машине, слушаю, и так слушаю. Мне нравится он. Обожаю вообще Высоцкого.